просыпайся. Я свои потягуськи, потягуськи. Сонный Илья после ночи бодрствования не желает просыпаться. Мама ни на секунду не отходит от малыша. Время от времени делает санацию, прочищает дыхательные пути. У Ильи детский церебральный паралич. Ходить и говорить он не умеет. Слабое место малыша – легкие. Он больше 10 раз болел пневмонией, но на этот раз болезнь оказалась сильнее. У Ильи развился фиброз легких. Зимой он перенес пневмонию, и после этой пневмонии он, к сожалению, не смог восстановить нормальное самостоятельное дыхание. И на данном этапе, отрезке времени он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Зимой из Красноперекопской районной больницы Илью в тяжелом состоянии привезли на реанимобиле в республиканскую детскую больницу. В этой палате мама с сыном живут уже полгода. Здесь отмечают дни рождения, мечтают поскорее уехать домой. Его состояние, конечно, видно, он какой он был, то здесь все, он у нас поправился, он набрался в весе. Я вижу и по состоянию ребенка, и потому что я уже умею, чего я научилась за это все время. То есть, что я могу, я справлюсь. Врачи могли бы выписать малыша домой, если бы у семьи был портативный аппарат искусственной вентиляции легких. Без него Илья может прожить лишь 20 минут. К аппарату необходимы комплектующие устройства и расходные материалы. Кислородный концентратор, трахеостомические трубки, фильтры. Все это стоит 2 387 852 рубля. Таких денег у семьи из Красноперекопского района нет. Есть лишь маленькая мечта и надежда на помощь каждого из вас. И наша надежда, что мы приедем до Нового года, елку будем ставить не здесь, а уже будем ставить ее дома, все дружно, с семьей своей. Читателям Росфонда удалось собрать 1 242 857 рублей. Осталось 1 144 995 рублей. Помочь Илье Калинюку можно, отправив смс на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Другие способы пожертвования описаны на сайте Росфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести средства с помощью мобильного приложения. Помочь, сделав всего несколько кликов. Анастасия Калугина, Олег Кужель и Владимир Казанцев. Вести. Крым.